канале Ирочка Инфо, и у нас вызов принят. Суть данного вызова состоит в том, что у нас здесь заранее подготовленные карточки. На них название домашних животных, и каждая из нас должна выбрать карточку. И клеим эти карточки мы на лоб себе и можем себе задавать вопросы. Например, такой вопрос: если у меня будет наклеена карточка, я большой или я большая, ты можешь сказать только да, либо нет. И либо я спрошу, какого цвета, допустим, я розовый, либо я белый, ты тоже говоришь да или нет. Понятно, да? Здесь ничего сложного нет. Простая игра. Да. Ну что, начнем? А, и кстати, на наказание. Кто, значит, проиграл, не отгадал этого животного, мы должны его будем потом изобразить. Ну что, начнем? Начнем. Кто будет первый? Я. Тянуть. А, тебе ну давай. Давай. Нормально, видно, да? Сейчас я тебе дам скотч. Ты себе наклеишь. Держи. Вот так. Так. Можешь задавать. Сейчас, минуточку. А, ты еще не наклеила? Да, сейчас на волосы, наверное, наклеила. Да. Так. Ну что, я большой? Да. А, у меня есть шерсть? Нет. А у меня есть хвост? Да. Я красного цвета? Нет. Розового цвета? Да. А, я как я делаю? Хрю-хрю? Да. Я свинья. Ужас. Это очень печально, ну да. Свинья. Не, я вообще-то не свинья. Нет, не подумайте ничего. На карточке было написано, я свинья. Так, я отгадала. Да. Давай следующее. Теперь Ирочка. Значит, так, держи. Видно? Видно, видно. Давай. Клеим. Да, ну, покажись. Я красивая? Ну, да. Да? Я маленькая? Нет. Я черного цвета? Да. Я имею хвост? Да. Шерсть? Да. Я кошка? Нет. Давай, давай. Я... Кошка, ты меня спросила, большая, говоришь, я кошка. Говори, какого цвета. Давай еще быстро. Раз. Белого? Нет. Красного? Да. Красного. Три. Петух? Нет, все, проиграла. Ты у нас? Читай. Корова. Корова. Так, наказание. Говори давай. Изобрази корову. Все-то она смотрит вот так. Ну что, вперед? Давай, выбирай мне карточку. Выбирай. Пока что это справляется с изобразением. Так. Интересно, кто я такой? Кто ты такой? Да, да. Эти карточки нам приготовил папа, поэтому мы даже понятия не имеем, мы только знаем, что здесь домашнее животное. Да. Значит, я маленький? Я маленький? Как? Да, либо нет, ты говоришь? Да. Да. У меня есть шерсть? Нет. У меня есть перья? Да. Я красного цвета? Нет. Я белого цвета? Нет. Я яйца несу? Да. Я курица! Да! Ура! Я курица! Ну, я не курица, в принципе. Это на карточке было написано курица. Да. Как смешно получается, я курица. Белого, она желтого цвета. Так. Ира, тебе такие попадаются. Что? Один лучше другого. Держи. Держи здесь. Не
знаю, что у Ирки сегодня везет, но ей один лучше другого попадаются. Эх, мама, у тебя тоже нехорошие карты. Нет. Так, все. Не лучше карты. Давай. Я красивая уже была. Я большая? Да. Или я большой? Ну, большой. Большой. Я синего цвета? Нет. Я коричневого цвета? Ну, да. У меня есть хвост? Да. У меня есть шерсть? Да. Я собака? Нет. Я петух? Нет. Все, раз, два, три. Давай, думай. Четыре, пять. Все. Ты считай. Осел. Ты осел. И тебе нужно изобразить осла. Как? И а. Да. Что-то сегодня Ирочке не везет. Давай, следующее. Доставай. Сегодня точно не ее день. И главное, ей все какие-то парнокопытые. Парнокопытые. Попадаются. То осел, то корова парнокопытные попадаются. Да. Тебе. Давай мне скотч. Держи. Покажите. Так, я хочу показать, чтобы все видели. Оф, видно, мама. Да? Так, я большой? Нет. Ну, если не большой, то маленький. У меня есть перья? Нет. У меня есть хвост? Да. Как, я черного цвета? Бывает, да. Я люблю людей? Да. Да? У меня есть зубы? Да. Давай, мама. Клыки? Нет. Маленький. Я люблю молоко? Да. Я кошка! Да? Да. Мяу. Я кошка. Точно, кошка. Когда я спросила, что я люблю молоко. Ну, давай следующее. Ах, Ира, Ира. Ира! Это что-то с чем-то сегодня. Держи. Держи бумажку. Что? Да. Я не знаю, что за сегодня. Это ты меня вытягиваешь. Мама, у тебя неудачный день. У тебя неудачный день. Аура у тебя сегодня такая. Так. Ты не вытаскиваешь хорошо. Задавай. Я маленький? Нет. Я маленькая? Нет. Я синего... нет. Я красного цвета? Да. Я петух? Нет. Я же тебе сказала, что не маленький. Я... Давай, давай. Раз, два, три. Я... Задавай, задавай. Четыре. Я люблю мясо. Нет. Нет, я не люблю мясо. Я. Цыпленок. Нет. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, ты. Кто я? Что? Я лошадь. А ты опять лошадь. У тебя корова, осел, лошадь. Одни парнокопытные. Давай, изобрази наша маленькая. Давай. Иго-го. Нет, не так. По-настоящему. Настоящему так, лошадку. Давай. Вставай на копыта. Да. На копыта? Давай. Я спрыгну, хорошо? И го-го. Нет, го-го-го. Так умеет, так. Аж... Мужественная история. Аж с груди, чтобы было. Мя. О! Еще один раз, давай. Мя. Классно. Давай, следующее. Я сейчас тебе такое выберу. У Ирки больше, лучше получается изобразить, чем отгадывать, показывать. Мама, давай. Ну ты даешь.
Наконец. Я бы не смогла так. Ей надо баллы поставить за то, что она изображает классно. Вот она тебе. Давай. Помочь тебе, или ты справишься? Все, да? Да. Так, и кто я такой? Все видят, да? Кроме меня. Я маленький? Когда? У меня есть 6. Нет. Нет? Я красного цвета? Да. А, у меня есть перья? Да. Я красного и перья. Я люблю зерно? Да. Я яйца несу? Нет. Нет? У меня есть гребешок? Да. Я петух! Молодец! Да, петух. Но здесь очень легко, потому что если у меня нет шерсти, значит есть перья. Так. Следующее. Хоть мне что-то легкое, нормальное попалось. Это нормальное? Очень нормальное. Эх, мама, мама. Ну почему? Самое-самое нормальное, Ирочка. Вот это самое нормальное тебе. Если бы это с этого бы началось бы, я думаю, тебе бы повезло. Так, давай. Я маленькая? Да. Я люблю кушать. Да. Люблю? Да. Я умею лаять? Да. Я собака. Да, ты собака. Вот так вот мы сыграли в таких вот домашних животных. Очень интересная и классная игра. Наверное, можно было бы даже обширить и диких животных. Я вообще бы представляю, если бы Ира бы не выиграла и пришлось бы изображать и тигра, льва, кого-то. Ты бы смогла? Да. Да? У меня лучше мне класс за изображение. Хорошо, тогда, уважаемые наши подписчики, Ирочки, ставьте лайки за то, что она смогла показать этих животных, изобразить их. А маме ставьте лайки за то, что она смогла угадать, кто она была сегодня. Кто я была сегодня? Лучше всех? Да, лучше всех, к сожалению. Почему к сожалению? Потому что к сожалению. Ну не бывает, я просто взрослее, мне легче отгадывать, чем тебе. Ничего страшного, в следующий раз можешь ты отгадать. Да? Да. Ну что, давай прощаться. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Ирочка Инфо и на мой новый канал. Спасибо за просмотр, пишите комментарии, пока-пока, мы вас любим. Пока-пока.